Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами Галина. Сегодня я приготовлю фаршированные грибочки. Посмотрите, у меня на сковородочке сливочное масло. Здесь у меня на листике уже почищенные готовые грибочки сырые. Здесь идут креветочки мелкие коктейльные, натертый сыр, зеленый лучок и сметана. Нагорелась у нас уже печечка. Комфорочка. Идем ставить разогревать масло. Поставим ее, пусть разогревается масло. Пока у нас разогревается масло, берем, нашинкуем ножки шампиньонов. Они толстенькие. Шампиньоны у меня такие достаточно крупненькие. Поэтому толстые ножки у нас, шинкуем их как можно меньше, как можно мельче, шинкуйте их. Сюда резали мы наши ножки, идем, сковородочку выкладываем. Масло уже растопилось, и сюда выкладываем грибочки. Положили. И пусть обжариваются немножко. Жарятся пусть. Сейчас мы с вами, пока у нас там жарятся ножки, такие креветочки мелкие. Я взяла вот такие коктейльные маленькие креветочки и порежу их. Почистила их, отварила, почистила. Порезала я креветочки, дорезала. Засыпаем сюда. Там у нас лучок зеленый. Ой. Отставляем в сторонку. Идем смотрим, как поживают наши грибочки. Грибочки жарятся. Достаточно их жарить. Выключаем. Ставим духовку. Так, поставила я на 190 градусов. Пусть она разогревается. Несем наши бочки. И сюда же добавляем. Выкладываем. А вот сюда. Добавляем сторонку. Берем нашу сметанку. Сметанку берите любой жирности. Креветочки, я хотела сказать, что тоже берите. Берите мелкие. Берите крупные. Добавляем сметанки сюда. Вот так вот. Будем перемешивать. Это все. Сметанки. Это что получается? Красотень какая получается. Перемешала я нашу начинку. Вот какая она у нас получилась, видите. Так, здесь я на листик выложила пергаментную бумагу. Вот я почистила наши грибочки. И будем начинять грибочки наши. Этой смесью в сторонку. Сейчас мы ставим, чтобы не мешать. Не мешалось ничего. Сюда поставим. И будем начинять. Начиночка так. Хорошо придавливаем каждый грибочек. Я уже начиняла грибочки. Второй канал YouTube рецепт подвал Ильича. Там мне тоже. Но я там маленько не так делаю. Если хотите, кому-то интересно, можете посмотреть. Каждый грибочек. Грибочки вот я начинила. Я хочу сказать, вот видите, всегда внутри счищайте. И вот эту вот кожицу, она хорошо счищается. Вот грибочка. Обязательно счищайте. Вот. Начинили мы нашей смесью. Берем сырок мелко натертый. И аккуратненько так сверху выкладываем сырок наш натертый. На каждую шляпку.
поверх. Вот. Можно придавить его немножко, чтобы он не распался. Так. Выложили мы сверху сыр на шляпке. Идем ставить в духовочку. Запекаться. Духовочка наша нагрелась. Отставим щетинку. Чу-чу-чу-чу. В общем, ставим мы температуру 200 градусов и 15-20 минут ждем до готовности. Наши грибочки зажарились. Вот, хватит их держать. Такие они у нас красивые получились. Будем выкладывать их на блюдо потихонечку. Вот видите, сколько о них набежало соку. Я хотела еще сказать, забыла сказать, когда вы делаете начинку, можете посолить ее, чтобы она у вас была маленько подсолена. И поперчите по желанию. Грибочки наши готовы, такие вкусненькие, румяненькие. Видите, какие красивые получились. Готовьте. Всем приятного аппетита. Пока-пока, до новых встреч. А подписывайтесь. Дорогие мои, смотрите мои видосы, ставьте лайкосы и записывайтесь на мой второй YouTube-канал «Рецепты мудрой мамы». Всем пока-пока!